Дарья Клюкина в депрессии после расставания с Кридом. На прошедшей премии Муз-ТВ все ждали появления Егора Крида в компании Дарьи Клюкиной. Однако артист появился на дорожке с родителями. По слухам, изначально Егор хотел пойти с Дашей, но передумал в последний момент, чтобы не давать повода для новых сплетен. Говорят, именно поэтому Даша выложила пост в Инстаграм со словами «Настроение сесть в тачку и уехать, куда глаза глядят». За кулисами шептались о том, что Клюкина очень расстроилась из-за того, что не смогла пройти с Егором по дорожке. Более того, некоторые поговаривали, что после финала проекта у Даши началась депрессия от накопившейся усталости и непонятных отношений с Егором. Дарья много работает, чтобы забыть Крида. Естественно, каждая девушка может быть слабой и иногда грустить, но главное, что она хочет стать абсолютно самостоятельной личностью в шоу-бизнесе, рассказал один из знакомых Клюкиной. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеоканалах.